Я читал много книг, просмотрел массу видео и перерыл интернет. И вот что я нашел. Как специалиста по акустике, меня удивила очень высокая добротность резонатора из песка. Песок не мембрана, он хорошо поглощает шумы. Любой звук в песке быстро затухает. Эта версия полная ерунда, так как природа поющих песков аномальна и никак не связана с обычной акустикой. Я не специалист по акустике и, конечно же, не скрипач. Поэтому играть на скрипке я не буду. Но говорят, что возле поющего бархана скрипка может играть, вы не поверите, сама. Я не знаю уже сколько лет, это уже было назад. Мы решили снять клип и поехать на поющие барханы. Ну и вот этот момент, когда я поднялась на поющий бархан, когда уже должны были начаться съемки, пока свет устанавливали, пока там ставились камеры, я стояла с инструментом. И инструмент начал вибрировать от ветра. И плюс к тому песок, видно, попадал вот в эти эфы, которые находятся на верхней деке инструмента. И происходил какой-то вот действительно невероятный звук, приятный очень, то есть это какая-то была мелодия. Вибрировал инструмент, вибрировали струны. Я не прикасалась к нему, я просто его держала в руках. И вот через себя, вот через вот этот клип, через музыку, через вот эти вот ощущения в природе, то, что ты как бы сливаешься с природой в этот момент, я поняла, что такое поющий бархан. Не остался без внимания и тот факт, что сильные ветры и соседство реки не мешают бархану оставаться на одном месте на протяжении многих столетий. Ученые нашли объяснение и этому феномену. Движимость бархана определяется направлением ветров долины Заилийского Алатау. Ветры в этой области циркулируют в направлении друг к другу с одинаковой силой, что не позволяет песку гулять в разные стороны. Вместе с тем, в недавние времена, когда еще рыболовецкие суда проходили по реке Или, их навигационные приборы выходили из строя, что говорит об аномальности явления Поющей горы. Исчезла жизнь и состояние, всегда в движении, в пути, лишь знаки времени послания. Их смысл открываем мы.